На самом деле, если мы говорим сегодня о возрождении кинематографа, если мы сегодня говорим о каком-то новом толчке, витке, в первую очередь надо обращать внимание на энтузиазм ребят, которые пришли учиться. Чтобы не просто их вот отучить 2-3 года, выпустить и сказать, ну все, земля прощай, светлый путь, как в знаменитом мультике. И на этом они там, что они будут делать, как они себя реализуют? Нет. Подключать их нужно. И вот за это я благодарен Светлане Фединой и школе, Высшей школе режиссеров и сценаристов, потому что подключили ребят талантливых, способных. Я могу сказать, что я вообще очень такой педантичный руководитель и режиссер. Мне вот надо, чтобы все было четко, все было так. У меня нету к ним претензий. Они отрабатывают. Вот сейчас самый активный кастинг, наплыв идет, они отрабатывают на 100%. Они включились в процесс, такое ощущение, что они уже не первый полный метр за плечами имеют. И подготовка классная, и ребята классные, и на них положиться можно. Дальше переключаем в съемочную, в творческую группу. Другое дело, что на каких-то этапах у них появятся более маститые метры, которые уже имеют больше опыт, которые сейчас еще не подключены, или они, которые дали согласие на подключение, но мы ждем запуска. Но а то, что они останутся в проекте и будут его доводить до последнего, и будут и в титрах, и стоять, я надеюсь, за Оскаром, за Никой, за всем остальным, это даже не обсуждается. Поэтому низкий поклон и школе, и ребятам.